Оформление студии программы «Новый день», цветочная мастерская «Фрэш». Всем привет! Сегодня четверг, всего один денек осталось поработать, и можно уже спокойно отдыхать. Ну, а мы вас приветствуем в студии Евгений Зимник, Владимир Быстрых, это передача «Новый день». И в последнее время мы очень часто говорим о различных новых технических прорывах, и это неудивительно, ведь у нас есть такая рубрика «Цифровая цивилизация». Да, ну и вообще неудивительно, тем более, что понятно, когда каждый день у нас какие-то нововведения, новые гаджеты приходят, но мы забываем о их прародителях, о тех гаджетах, с чего же все начиналось. Мы уже поговорили здесь у нас в студии про такие технологии, как наушники, микрофон, телефон, кинокамеру, и сегодня продолжим в этом же направлении. Тем более нам, телевизионщикам и людям очень даже развитым и технологичным, это очень близко. Мы сегодня поговорим о том, чему обязано телевидение и даже в целом вся киноиндустрия. Сегодня, 14 марта, отмечает свой день рождения видеомагнитофон. Кто же его изобрел? Почему он стал настоящим прорывом для сферы кино, мы узнаем чуть позже. Ну а прямо сейчас Вероника Кондратьева и рубрика «Ну и денек». Всем привет! Помимо того, что сегодня четверг, 14 число, сегодня Международный день вопросов. Вот детишки-то сегодня оторвутся на терпении своих родителей с самыми различными вопросами. Любопытство детей заставляет родителей развивать эрудицию. Но не у всех, конечно. В 1972 году житель Ангарска задал вопрос: «Что за шум?». Житель 95-го квартала дома номер 13 жаловался, что в его квартире создается шум от светильников, установленных на станции переливания крови. После этой жалобы приняли меры и заменили шумные люминесцентные лампы в вестибюле станции на лампы накаливания. Иной раз меня поражает, как в прошлом реагировали на жалобы людей, а точнее на то, что их не игнорировали, а выполняли и шли на уступки. Возможно, я просто не знаю, насколько сильно такие лампы шумели, что их заменили по просьбе одного жителя. Часто люди задаются разными вопросами и ждут ответа в неких знаковых ситуациях, заглядывают в гороскопы или идут к гадалкам. Если бы вы жили в 1993 году, то предсказание на 14 марта звучало бы так. Для овнов сложное время, для тельца необычные ситуации в коллективе. Близнецы, используйте связи. Рак, отправляйтесь в путешествие. Львов ждет награда. Деве самое время разобраться с личной жизнью. Весы, будьте экономны. Скорпионам лучше уделить время детям. Стрельцы, дерзайте, у вас все получится. Козероги, займитесь домашними хлопотами. Водолеев ожидают удачные финансовые решения. Рыбы, позаботьтесь о своем здоровье. Ну как я вам в роли астролога? Интересно, а те люди, кто составляет эти самые гороскопы, для своего знака всегда пишут хорошие? Вернемся к теме вопросов. В 1986 году жители Ангарска попросили высказаться. Готовится очередной день открытого письма. Просим вас высылать в адрес нашей редакции критические замечания, предложения и пожелания о работе городского автомобильного транспорта. Какими бы вопросами вы сегодня ни задавались, желаю вам найти самый правильный ответ. Сегодня отличный день для решения любых вопросов. Воспользуйтесь этим. Увидимся в новом дне. Пока-пока. Сегодня такое изобретение, как видеомагнитофон, теряет свою актуальность. Но на рубеже веков владельцы видеомагнитофонов считались такими настоящими состоятельными, можно сказать, даже богатыми людьми. И каждый мечтал, чтобы у него дома было это чудо техники. Да, вот у тебя был видеомагнитофон? У меня не было видеомагнитофона. У меня телевизор-то был, знаешь, который переключается плоскогубцами. На нем было всего два канала. Вообще у меня было тяжелое детство. А у тебя? Я вот, если честно, тоже не могу припомнить, чтобы у меня был видик. Но все-таки что-то вроде было, потому что кассеты я помню, а вот видик нет. Возможно, у меня были кассеты, я ходил с ними к кому-то другому в гости. Тебя троллили родители, они приносили домой кассеты, а у тебя не было видика. Ну, раньше же были такие времена, на весь подъезд там одна приставка, один там видеомагнитофон, один телевизор. Просто я из дробей, как бы, такая ситуация. Ну, и я помню, что в то время, помимо вот всего того, что я сказал, ну, чуть позже, наверное, стали очень популярными видеодвойки. Это когда видик, так же можно говорить, был совмещен с телевизором. Вот. После этого потом появились разные CD, DVD, MP3, плееры и прочие вот такие разные штуковины. Вот DVD это была первая такая примочка, которая у меня появилась.
то я уже, начал стипендию получать. Достаточно большую, видимо, да? 336 рублей я накопил. Кому же обязано человечество данному изобретению? Хочется отметить, что изобрел видеомагнитофон наш с вами соотечественник, человек русского происхождения, эмигрант Александр Матвеевич Понятов, проживавший в Сан-Франциско. Я думаю, его очень часто останавливали ДПСники и просили стать понятым просто с его фамилией. Но на самом деле, благодаря... Типа Понятов, какая фамилия? Понятов, ну тогда пройдемте. Не, его даже когда останавливали, когда он должен был быть подозреваемым, какая фамилия Понятов? Ну тогда пойдешь как Понятов. Да. На самом деле, благодаря его таланту, многие из наших родителей, бабушек, дедушек могли пересматривать наши же детские концерты, различные записи футбольных матчей или каких-то там лекционных мероприятий. И да, я помню эти разные кассеты, где они там затертые до дыр, мы их как-то перематывали с записями самых важных и самых разных событий нашей жизни. Да, и хочется вот рассказать уже про историю, что в 1956 году, именно 14 марта, все не случайно, Понятов впервые продемонстрировал свое детище в Чикаго перед журналистами и произвел настоящий фурор. У меня есть еще один интересный факт, но это на самом деле, я считаю, очень серьезное событие. В 1956 году впервые видеомагнитофон был использован для отсрочки выпуска видеоновостей в прямом эфире. То есть, если я правильно понимаю, то это был прямой эфир, который был записан и потом показан с видеокассеты. Кстати, до сих пор с этой компанией сотрудничает NASA и заказывает аппаратуру для видеофиксации. Ого. Это приятно, что вот наши соотечественники, они везде, в какую сферу ни посмотреть, везде наши и везде они в первых рядах. Но вот если сейчас говорить про последователей тех самых видеомагнитофонов, то их очень много, все, что связано с видеофиксацией, ну вот в частности веб-камера. Вот мы сейчас можем друг друга смотреть на расстоянии, на каким-то, на разных концах планеты. Это все благодаря тому, что когда-то был создан видеомагнитофон. Неправильно ты говоришь веб-камера, надо говорить видеоглазок. Вот так верно. Мы хотим поздравить всех людей, кто сейчас, возможно, смотрит эту передачу и ностальгирует немножко по тем временам, когда вот начинались эти веб-камеры. Вообще всем тем, кто имеет хоть какое-то отношение к этому, мы поздравляем. Да, ну а если вы ностальгируете по нашему доброму веселому буряту Василию Татарову, то он появляется вновь на ваших экранах. Рубрика «Я это видел». И пусть мировая киноиндустрия не балует нас какими-то грандиозными и масштабными проектами, но в целом не обижает. Ребята, всем привет, с вами Вайс Татаров, и я это видел. А на что пойти, прямо сейчас расскажу. Первая наша премьера – это фантастика для всей семьи. И снова новая история короля Артура, рожденный стать королем. Как я сказал, это приключенческая фэнтези с элементами боевика. «Зло будет наказано», так гласит слоган данного фильма. Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь меч короля Артура находится в руках самого неудачливого подростка во всей Британии. Начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить этот мир. Нам нужна армия. Кто пойдет с нами? Какой позор. Это, конечно, вместо уроков. Вторая наша премьера – очень крепкий боевичок, в главной роли – женщина. Время возмездия. Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса, хрупкая Эрин, которая играет Николь Кидман, невольно влюбляется в своего напарника. Однако ее жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия. Я должна хоть что-то сделать правильно. Время возмездия. Ну, посмотрим, как блондинка, ну, в данном случае, в этом фильме брюнетка Николь Кидман, бывшая жена Тома Круза, будет уничтожать мужчин. Третья наша премьера наиболее интересная, по моему взгляду. Фильм называется «Середина 90-х».
расскажет нам о том, как развивалась культура, хип-хоп и скейт-культура там, в Америке. Ну, в России как развивалась, мы и так все прекрасно знаем. Итак, прямо сейчас расскажу. Комедийная драма фильма «Середина 90-х. Катай, падай и вставай» — такой слоган данного фильма, который мне очень сильно понравился, так как и, в принципе, весь фильм. Калифорния, середина 90-х, компакт-диски еще не вытеснили аудиокассеты, скейтбордисты еще не светятся на канале MTV, а малыша Стиви все так же держат за малыша его мама и старший брат. Но все меняется, когда Стиви принимает во взрослую тусовку скейтеров, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим. Мальчуган сам не замечает, что в череде прогулок, хип-хоп-тусовок, посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными. Режиссер фильма Джон Хилл признался, что снять этот фильм его подстигла драма Ларри Кларка «Детки» в далеком 1995 году и фильм Шейна Медоуза «Это Англия», который вышел в 2006 году. Довольно-таки крепкая драма с элементами комедии, где хочется переживать главным героям. Итак, ребятки, это были наиболее интересные примеры на этой неделе, которые я выбрал для вас. А на что идти, выбирать только тебе. Всем пока, друзья, увидимся на следующей неделе. С вами был Вася Татаров, я это видел. Ну а у нас уже в гостях рок-группа «Хроно», а именно Виктор Золотарев, Алексей Ёшев и Дмитрий Афанасьев. Здравствуйте. 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 Расскажите сразу, парни, как у вас вообще родилась идея создать группу и как вы нашли друг друга? Вообще случайно, как обычно это у нас бывает. Все. В 2010 году мы с Дмитрием познакомились в одном из проектов под названием «Мартин». Вот тогда Андрей Веретнов руководил. Вот, и после распада группы мы вот решили сколотить свой состав. Ну и долго, конечно, искали. Все возможные объявления давали вот на одном из ангарских сайтов. И благодаря Евгению Маслускому. Да, не без него тут. Он позвонил мне и пригласил на репетиционную базу, где они занимались. Вот, и там, собственно, вот мы с Алексеем уже познакомились. Да. Через день уже Валентина Войнова, наша клавишница, ну, сегодня она не смогла присутствовать, к сожалению, но она очень за нас сегодня болеет, да? Собственно, вот в 2012 году вот у нас все это случилось. Кто у вас за что отвечает? То есть кто-то же наверняка играет на гитаре, кто-то солист, я правильно? Ну да, я гитарист. Ударный. Да, вот Дмитрий Афанасьев, это пульс нашей группы, действительно человек такой ответственный, и я бы сказал то, что скрупулезно ко всему относящийся, действительно, да, хочется ему всегда все до идеала довести. Алексей Юрушев, это наш звук, так сказать, ведущая гитара, и, конечно, всегда вот любые концерты живые, всегда Леха у нас за это отвечает. А вы, Виктор, солист? Я тексты пишу. Ну, и бас-гитару тоже. То есть вы играете на гитаре, пишете тексты, а исполняет их кто? Я. Ну, и у меня группа же исполняет. Ну, а, все вместе? Да, на бэк-вокале. Вот о процессе производства музыки. Вы дома пишете тексты, либо собираетесь вместе, и у вас какой-то мозговой штурм. Как это происходит? Всегда по-разному. Если случай, если там бывает что-то вот готовое. Ну, в основном же получается, ты делаешь дома все. Ну основу песни. Чаще всего, да. А потом уже вместе все там. Аранжировка. Да, собираемся. Доруливаем. Это на какой-то студии происходит? Ну, домашней, да. Да, вот у Алексея своя студия. А в каком жанре вы поете? Играете? Как бы сложно, конечно, сказать. Ну, рок. Ну, да, вот, конечно, как направление рок, но вот конкретно там уж пока еще не можем точно. А если вот провести аналогию для наших зрителей, чтобы им было понятно, допустим, с какой-то уже известной российской рок-группой, либо мировой, можно вас сравнить в вашей сфере, в том, что вы делаете с каким-нибудь уже коллективом? Ну, да больше на Алису, наверное. Сравнение? Сказал. Ну, да, вот это... Ну, наверное, да. По музыке, блин, да, вот такого пост-рока советского, даже сказал бы, там вот. Где вот с вашим творчеством можно познакомиться поближе? Ну, вот сегодня мы клип с тобой привезли. То есть это
будет показан, я думаю. Здорово. На YouTube можно, конечно. На YouTube, да. Вот. А так вот и концерты, ну, чаще всего у нас, конечно, это вот с Харатсом сотрудничество. Угу. Если я правильно понимаю, у вас вот среди трех джентльменов одна леди в коллективе. Да, да. Тяжело ли девушке? Вот так вот с вам со стороны как кажется? Ну, по-моему, прекрасно. Да. Вы за ней ухаживаете, да? Да, конечно. Следите. Это моя девушка. Обозначились. Очень ее оберегаем, конечно, да. Дмитрий, расскажите вот к вам вопрос. Я просто... Честное слово, всегда, когда смотрю на исполнение вживую вот, музыкантов, я восхищаюсь всегда барабанщиками, потому что я не представляю, как можно что-то разное делать руками. Это я, правда, вот, еще и ногами в этот момент там что-то, да. И еще и слушать музыку нужно. Вот расскажите, сложно. И еще же это невероятная физическая нагрузка. Поначалу тоже не получалось, когда я самоучка, нигде не учился. Ну, помимо того, еще и петь при этом умудряется. Ну, я начал где-то через года два, наверное, существования группы на бэк-вокал еще сел. Ну, правда, что барабанщик, он после выступления, как после тренировки в спорте. Это да, это да. Много воды. Спорт же. Весь. Вы выглядите как будто в форме прям, действительно. Как натренированный человек. Ну, да. Гитара — это вообще штука такая. С ней очень часто бывает, что там рвутся струны, я не знаю. Это редко. И какие-то еще там моменты. Расскажите, были какие-то случаи вот на концертах, что что-то, может быть, выходило из строя? Ну, вообще какие-то запоминающиеся случаи. Было последний раз вот, да. Да, я бы сказал, неоднократно такие. Первая струна, как правило, там чаще всего рвется. Но у меня они редко рвутся. Да, и порвалась струна, но доиграл я песню как бы все равно. То есть в этот момент как происходит? Паузу? Вы меняете струны? Нет, я доигрывал. Не, Леха у нас, да, всегда молодец. Если там аппарат сломается, он будет играть все равно. И без струн. Никаких пауз не люблю останавливаться. Поэтому лучше доиграть. Ну, то есть вы заканчиваете песню, и после этого... После этого беру другую гитару, как меня вот выручили, дали мне чужую гитару, я дальше продолжу выступать. Ну, я думаю, что мы сейчас нашим телезрителям покажем клип группы Хроно, и после этого продолжим. Свой мир не скрывал, и я
свой век сочинял. Никогда не видел за холстом прозрачную дверь. Пустоту ненавидел, ждал побед без потерь. Парни, ну, сразу, вот, мне кажется, после этого клипа отпали все вопросы, которые мы до этого у вас задавали. Понятно, кто на чем играет и кто чем занимается. А расскажите, как была идея вот сделать клип в таком формате лайфа, где-то на природе, и как вы выбирали место? Ну, как задумка была художественного клипа изначально. Вот, но в связи, так сказать, со сложившейся ситуацией нам пришлось оставить моменты, где только вот группой играем. Да, это же как бы часть клипа на улице, да? Да. А часть кадров должна быть, ну, как сюжет, бы, по сценарию там, да, художественного, да, плана. И вот оставили только это. Да, ну там мы как бы и, можно сказать, и сроки поджимали, то что вот все равно, чтобы не застаивался. Но у нас и так это вот видео пролежало, наверное, год на полке. Потом уже решили все-таки презентовать. Ну и, соответственно, это как бы полуклип такой, и он как презентация, получается, группы. Мы желаем вам, чтобы вот все ваши планы, они реализовались в скорейшее время, и вы к нам уже пришли в следующий раз с определенными статусами, и вот так вот развалившись, мы поговорили, что у вас уже и альбом, и сразу клипов несколько. Желаем вам развития. Ну, у нас в гостях была группа Хрона, это Виктор Золотарев, Алексей Юрышев и Дмитрий Афанасьев. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания, ребят. Специально к празднику весны, красоты и женственности программа «Новый день» при поддержке страховой компании «Колымская» объявляет о начале конкурса красоты и талантов «Гранд Дама». Проходным билетом на кастинг станет ваше желание, интересное хобби, рассказ о себе, а также пенсионное удостоверение. С 1 по 24 марта принимаем заявки на нашу почту newdayactis@bk.ru или в соцсетях программы «Новый день». Во время конкурса «Гранд Дамы» научатся красиво двигаться, стильно одеваться, пользоваться соцсетями и станут звездами ТВ. Дерзайте, ведь женщина должна быть прекрасной и яркой в любом возрасте. 3, 2, 1, go! Level up, level up, level up, level up, level up. А мы сегодня разговариваем про видеомагнитофон, и если бы наша рубрика «Акцентология» выходила на видеокассете, то, наверное, она начиналась бы так. Lesson one. Тема нашего урока сегодня – жаргонизмы. Понятно, почему у нас преподаватель Владимир Сергеевич. Да. Дело в том, что есть различные сленги, например, молодежный сленг, профессиональный сленг, компьютерный сленг. Отдельный сленг «дробей». Ангарский сленг. И сегодня мы с Женей проведем небольшой эксперимент. На самом деле он достаточно непростой будет. Я буду Жене называть тему жаргонизмов, а его задача будет написать несколько слов из этой темы. Вот такая вот история, Женя, у нас сегодня. Я... Есть, вот есть такой эмоджи, смайлик, где вот так вот человек так делает. Вот это я сейчас... Давай, да, первое наименование людей по качеству их характера. Ну, грубо говоря, обзывательство. Чуфяк, мы... вот так можно сказать? Да, мы решили увеличить рейтинги нашей передачи сразу же. Ну, то есть, точнее, рубрики «Акцентология». Чуфяк, да, подойдет. Это в целом обзывательство. Есть еще, Жень, что-нибудь? А можно прям писать оскорбительные слова? Ну, да, только не матершинно. Лошара. Ну, видимо, пойдет. Сейчас Вова смотрит на доску и думает, что я пишу его резюме. А оно, кстати, так и выглядит. Типа, какие у вас основные качества? Тюфяк, лошара. Какое еще? Может быть, перейдем к следующей теме? Ну, давай еще одно. Ну, давай. Ну, смотри, я тебе подсказку сделаю. Очень часто жаргонизмы в этой сфере связывают с животными. Не, ну я могу сказать олень или морж, но это... Можно так? Ну, что нет? Это же не жаргонизм. Морж – это не сильно какое-то оскорбление, но типа ты морж. Хорошо, очень приятно, типа. Ну, напиши олень, нормально, пойдет. А сейчас олень – это было то, что я должен написать или обращение? Ну, видимо, второе же. Жень, давай я тебе озвучу заготовочки, которые у меня были. Это резюме. Овца. Почти что олень, только овца. Козел. Лох. Тормоз.
Это о тебе, когда ты долго думаешь. Шестерка. Ботаник, дятел, дебил. Ты уверен, да, что мы должны это читать? Видимо, так, потому что это мне написал наш редактор. Мы идем дальше. Это будет сегодня отбивкой. Наименование людей по родству. Ну, то есть... Это же организм разве? Но если я скажу, что свекр, это же организм считается? Или это мы не про то? Нет. Шурин. Блатные. А, блатные. Ну, братюня. Да. Вот про это, да? Да. Братиш, братюня, да. Понятно, братюня. Ну, здесь все понятно. Давай я напишу братюня, остальное буду просто перечислять. Братюня, матушка, систер. У меня больше нет. Ну, пойдет. Матушка, систер, пойдет. Заготовочки у меня были такие. Пахан, мутер, маманя, браток, братан, сеструха. Папаня, папаша. Вова постепенно говорит эти слова, и у него условный срок увеличивается. Мы идем дальше. Пища или процесс ее поглощения? А, так. Чефир, я знаю, есть такое понятие. Это крепко заваренный чай. Потом я... Есть мякиш, из которого делают различные нарды. Да, да. Это хлебная масса. А вот по процессу поглощения есть некоторые... Жратва, наверное, да, что-то такое. И... Ну, все. Ну, у меня было здесь два слова: хавать и хавчик. В общем-то, не ты придумал больше, чем было написано у меня здесь. Мы идем дальше. Бытовая техника. Бытовая техника. Телек. Да, еще. Телек, сотик. Да. Фага. Вот, фага. Фага — это очень сильно. Это прямо мое любимое. Еще есть какие-нибудь? Ну, что у нас там? Микроволновка. Это же, по идее, же организм, да? Ну, это... Микроволновая печь официально, микроволновка — можно, же организм. Да, можно сказать и так. Ладно, давай я тебе скажу. Комп, мобила ты сказал, телек ты сказал, ящик, когда про телевизор говорили, видак или видик, да, по-другому. Это вот актуально сегодня. Да, это особенно актуально сегодня. Дальше идем. Наименование людей по профессии. Ну, водила. Да. Так, шоферюга. Во, я вспомнил. Женя просто взял слово «шофер» и извратил его немножко. Шоферюга. Еще. Вот в сфере образования. Врачиха. Училка. Да, совершенно верно. Женя все слова назвал. Идем дальше. О деньгах очень часто говорят. А, ну здесь легко. Бабки, манишки, баксы. Ну, здесь, мне кажется, больше, чем у денег название, мне кажется, только у процесса потребления напитков. Там тоже есть много разных вариантов. Совершенно верно. Ну, о деньгах можно еще, как сказать, капуста. Это раньше очень было модное, в 2000-х годах. Зелень тоже из 2000-х. Ну, это пошел. Откуда у нас... Редактор. Да, совершенно верно. И лаве, в общем-то, тоже все оттуда. Сейчас так уже почти что никто не говорит. И заключительное. Вот какое-то состояние твое или оценка чего-то происходящего. Ништяк. Вот да. Я люблю слово ништяк. Да. Оно нехорошее, но вот мне кажется, что порой оно полностью передает всю атмосферу происходящего. Да, Женя, все правильно. Клево, классно, супер, ништяк, кайфово, стилево, ништяк. В общем, у тебя с жаргонизмом это все в порядке? У меня жаргонизм — это единственный мой официальный язык. Вот знаете, когда пишут, типа, какие языки вы знаете? Я говорю, знаю жаргонизмы и русский. И то так себе. И то жаргонизмы лучше. Да, жаргонизмы лучше. Вот так, друзья мои, Женя сегодня справился. Ну а мы сегодня разговаривали про видеомагнитофон. И самое главное правило пользования видеокассетами от Вовы, что ту кассету, которую ты нашел у родителей, нужно перемотать на то же место. А это была передача «Новый день». Евгений Зимник, Владимир Быстрых. Пока-пока. Гороскоп на 14 марта. Овен. Реализуйте свою потребность в творчестве. Переделывайте все, что вам не нравится на работе и в доме. Телец. Интересы, вероятно, сменятся в область карьеры. От этого продуктивность вашего труда только выиграет. Близнецы. В жизни будут происходить важные перемены, включающие в себя новые образовательные проекты, а также креативные задачи. Рак. Из массы дел, которые требуют вашего участия, нужно на чем-то остановиться и понять, что именно является второстепенным или лишним. Лев. В этот день будет сложно сохранять собранность и дисциплинированность. Окружающие будут постоянно вас отвлекать. Дева.
Вероятно, неожиданные события – это может быть встреча с давним знакомым, обсуждение забытого оригинального проекта. Весы. Не позволяйте оказывать на вас давление, перекладывать чужую ответственность, следите за порядком в документах. Скорпион. Если столкнетесь с какой-то проблемой в работе, то сумеете скорректировать свои действия таким образом, чтобы извлечь из нее выгоду. Стрелец. Вы будете весьма удачливы в работе, особенно в плане разрешения проблем практического и организационного характера. Козерог. Нагрузка возрастает, но что-то может тянуть назад, заставлять оглядываться на мечты и надежды, которым не суждено было осуществиться. Водолей. Старайтесь соблюдать равновесие между тем, что вы отдаете и получаете, хорошо улаживать дела с позиции материальных интересов. Рыбы. Вы будете преисполнены невероятной целеустремленности. Это качество будет подкреплено присущей вам практичностью